попёдывает. Ребят, телефон. Сила телефона у меня. Смотрите, как Дашуленька накрасила ногти. Вот. И видите, как и как я, как аккуратненько. Как ты аккуратненько? Погляди, какой кошмар ты сотворил с лапой. Ну вот же я красил. Это я красил. Ну что, будем делать лапу-то еще одну? Там вот же нижнюю, заднюю. Не надо мне обтираться. Нижнюю, заднюю. Прочитай вот этот комментарий нижний. Харн выдрыш, выдрыш, выдрыш. Знаешь арабский? Не, было. Ну что, меняемся местами. Давай меняемся. Давай аккуратненько. Эй, ребенок. Давай сюда. Мы перемещаемся. Ой, укладывай ее сюда. Ой, красотка. Давай, укладывайся. Укладывайся, говорю. Вот так. Мы продолжаем. Кошмар какой. Посмотри, что ты делал. По-моему, четкий вообще. Да ты ей даже пяточки запачкал лаком. И шерсть всю. Вась, ты чуешь, что твой папа тут? Мастер. Фломастер. Давай, у тебя четвертая. Ну, лапа. Игорь, привет из Люберец, как дела? Да отлично дела, вон с собачулькой. Жирик бизнес с ушами ушел, да, с ушами. В бодибилдинге его вы видите не скоро. Наверное, к счастью. Я, честно говоря, рад, что Леша ушел из ББ и пошел заниматься мужскими делами. Покажи подоконник. Вот. Держи собаку, пожалуйста. Вот, вот мой подоконник. Да не, не. Вот мой подоконник там. Красота. Это подоконник того спорпита, который я не ем. Который я ем, он у меня стоит в другой тумбочке. Весной будешь выступать. Вообще планировал, но в последнее время я все чаще задаюсь вопросом, а нафига мне это надо? Скажи, что весной у тебя будут дети. Да, весной у меня будут дети. Не знаю, откуда они, конечно, появятся, но... В смысле, откуда? У тебя не будет детей? Весной? Да. Я думаю... А, весной? Да. Я думаю, ты не успеешь. Чего это? Может, успеешь. Слабо? Давай поспорим. Я приведу тебе с улицы каких-нибудь чих. Даша выступать будет? Нет, все, Даша беременна. Да, вот все. Игорь, при ЖКБ можешь заниматься бодибилдингом? Что такое ЖКБ? ЖКБ? Игорь, а что с валероном за проблемы у тебя были? Чего? Не знаю. Валерон, Валерон буквально вчера тебе передавал привет. Говорил, что мы молодцы с тобой, что мы прокупались. Вы что там? У нас вообще с Валерой отличные отношения. Какие-то непонятные, блин, слушки ходят. Блин, что за бред вообще? Ребят, не распространяйте слухи. Если вам что-то непонятно, задавайте прямо человеку, о котором слух. Dream Team 15. Что это за? Dream Team? Желчекаменная болезнь. Можно заниматься? Занимайтесь. Почему Валерон ушел из новой арены? Ребят, задайте вопрос Валерону. У него есть перископ. Dream Team? Просто кто-то писал, что у вас конфликт. Вот я и проверил. Не, ребят, никаких конфликтов нет. Dream Team — это зажигатель. Зажигатель Dream Team. Dream Team — команда мечты, переводится в русском. Как относишься к ситуации в стране? Да в принципе, я доволен. А что там, что за ситуация? Не знаю. Как раз маслом в холодильнике есть, все хорошо. Не знаю, когда говорят, что кризис, по моему мнению, это вы должны, это значит, что вы должны активизироваться и начать зарабатывать бабки. Потому что когда большинство в просадке, меньшинство очень круто поднимается. Как собачку зовут? Василий. Слушай, давай Ваське вот тут вот пострижем тоже то, что ты испачкал здесь просто. Ты все сострижем, ну, шерсть. Ну, давай. Сейчас я высохнет лапка. Как относишься к Кабакарову? Да блин, я ко всем спортсменам отношусь очень уважительно. Ну куда сучку готовить? На ночные гулянки? Да. Хочешь хрустяшку? По мужикам нам надо ходить. Хочешь хрустяшку? Вася, кочка. Хочешь хрустяшку?
еще пивасика. Мы не успели, наверное, купить уже пиво с тобой сегодня. Блин. Да? А я же предлагал. Тебя вискарь еще. Ребят, что вы хотели, чтобы мы сегодня бухнули виски или водку? Ну что ты такое говоришь? Я шучу. Ну да. Подумай, что ты беременная. Ты беременная, тебе нельзя пить. А, да, точно. Вы с Валероном, ты разругались по этому поводу. Да, точно. Точняк. Вот и решили. Все, Дашуль, жди завтра новые посты во всех пабликах спортивных. Мне не могу, кошмар какой. Будет написано, что Даварская беременна и бухает каждый день. Безответственное отношение. И что конфликт с Валероном из-за этого. Да, да, да. Что вообще? Что за люди такие? Вы с Валерой вообще красавчики, и форма отличная, и как люди вы тоже хорошие. Во! Вот это нормальный, нормальный человек. Кто твой спонсор в фармакологии? Вася! Я сам себе спонсор. Практически по всем вопросам. Вася! Да, я спонсор сам себя. У меня нет спонсора. Расслабься. Антонио Бендетти пишет, что ногти секс. Вау, не бэйба. Это, наверное, твои или Васин? Я думаю, наверное. Вас обоих. Обеих. Обеих. Ляжки упитанные. А Антонио, наверное, этот самый занимается этим. Маникюрщицей. О, Максимус 1-2-3-1 пишет. Вы не пьете, хватит придуриваться. Раскусили? Слушай, я как-то плохо и накрасил ногти, мне кажется, ты так. Я только чуть-чуть, а ты так все помнишь. Почему Федоров разрывает контракт с Пирпуачини? Мне кажется, что ему не платили несколько месяцев. Ну да, кстати, обратитесь к Саше лично. И видео, да, уже снято было. Точно. Спасибо, Жаткин, что сказал об этом, напомнил. Вот, денег ему не прятят. Поэтому и отказался. Что тебя не видно? Ну, вот тут процесс идет. А чего вы мою морду так и так видели? Так нет, заженись там, все, мы уже все докрасили. Ну, в смысле, туда. Вася! Так, держи, она же тебя испачкает. Пожалуйста. А вот и я. Что хотели узнать? Слушай, а привычка, ты тоже смотришь на себя, а не в камеру? Или ты в камеру стараешься смотреть? А то, по-моему, по-тупому, наверное, выглядит, если смотришь на себя. То есть нет, такой косоглазый какой-то. Нет, там это не видно. Да? Да. Понял, вот так и вот так разница есть. Ребят, пишите. Вот так и вот так есть ли разница? Игорь, вы большой молодец, спасибо. Напиши на ногтях В-А-С-Я. Пивасик после трения нормуль? Не, ребят, не алкоголь и спорт вещи несовместимы. Пивасик после трения. Далер подписал контракт с каким-то хорошим брендом. А с каким брендом, кстати, ребят, скажите, я не знаю, я пропустил этот момент. Форма пухать лежит реально. Ну, если он подписал, ну молодец, но форма-то достойна. Игорь, как думаешь, стоит делать становую при стаже 1 год, 184-80? Многие мне говорят, что это... Да нет, делайте, пока силовую базу наращиваете. Можете смело до 200-250 кг становую доходить, а потом ее убирать нафиг. Она уже тогда не нужна вам будет. С сайтиком подписал? Что, прям реально с сайтиком или с российским представителем? Стром. То российские представительства, вы знаете, это не контракты, это фильки на грамоты. Давайте тренировку выкладывай свою в мясо по ГОСТу. Да там этих тренировок-то до кучи уже. Но, правда, я планирую сделать что-нибудь интересное 30 января. Поснимаюсь чуть-чуть. Тренировочно. Почему такой серьезный? Что, я должен быть веселым? Да. Как это должно выглядеть? Так, ребятки, да, что-то трансляция затянулась. Всего вам всего хорошего. Спасибо большое, что в живой стали писали, что вел переговоры с Норвегией. Ну, не знаю, короче говоря, ребят. Я не в курсе этой истории. Вам... Будьте добрее, мне веселее и здоровее. Зацени, покажи, как смотрите. Вот. Пачка сказала, что лис хочет Вась.
что у нас? Смотрите, какая красота. Что у нас получилось? Василий. У нас вот такие ноготочки. И на ножках тоже, смотри. И на ножках. Смотрите, какая красота. Так, ребят, все. Всего доброго ли? Всего доброго. Давайте всего доброго. И, ну да, будьте добры, мне веселее, здоровее. Всем пока-пока-пока-пока-пока. Дошлюсь, попрощайся.